И сегодня же стало известно имя еще одного почетного гражданина Екатеринбурга. Им стал бывший руководитель департамента архитектуры городской администрации Михаил Вяткин. За градостроительную политику уральской столицы Михаил Вяткин отвечал 20 лет. Именно за это время архитектурный облик Екатеринбурга изменился до неузнаваемости. У него появился генеральный план застройки. При участии заслуженного архитектора России были разработаны проекты новых микрорайонов – Юг-центра, Центрального посада, Северного Химмаша и других. Отмечу, что звание почетного горожанина по традиции присваивается в канун Дня города за особые заслуги перед Екатеринбургом. Нынче комиссия рассмотрела документы на 19 кандидатов.